нашей семье я просыпаюсь раньше всех. Я бы поспал подольше, но у меня есть особая обязанность. Я ставлю чайник на огонь и завариваю утренний чай. Горячее начало горячего дня. Утренняя суета только разогревает, заводит бойкий привычный механизм где-то внутри. Я готов. Сегодня, как всегда, будет жарко. Напряженно, сложно, опасно. День пролетит, как один миг. Так бывает всегда, когда нравится то, что делаешь. А как же не увлечься тем жаром, который проникает в самое сердце? Однажды и навсегда. И пока он горит, я уверен в завтрашнем дне, в себе, в своих силах. Моя семья в достатке и тепле. Это моя жизнь, мой огонь внутри.